was that 78% said she took the job back in 2006. Не понял. Белый день нуляется. Ты бы лучше что-то нашим зрителям рассказал интересного. Да? О, что это у тебя за телевизор маленький? А что? Там же большой есть. Разве я не рассказывал о нем? Сейчас я вам расскажу. Да, дорогие друзья, есть новинка, которая... Ну, покажи. Которая нас... Опа, ты что, поломал его же? Заинтересовала. А где провода? А-а-а. Это прикроватный телевизор, что ли? Да. Ну? Нет, немножко другие функции у него. Итак, дорогие друзья, я вам хочу рассказать о новинке, которая нас немножко удивила и порадовала, да. Ну, естественно, мы первый раз в пятерке, поэтому, может быть, это уже в порядке вещей для всех отелей такого уровня, пятизвездковых в Дубае. Ну, мы встретились первый раз с этим. Итак, что же это такое, дорогие друзья? Это информационный планшет, информатор, коммуникатор, он же гид-переводчик, ну и еще миллион всяких различных функций. Умный дом? Зачем предвосхищать события? Да, включая функцию «умный дом». Это я хотел сказать в конце и удивить наших зрителей. Ну хорошо, скажешь еще в конце. Ага. Итак, дорогие друзья, покажи функции, пробежись вот здесь вверху. Так. Подожди, немножко, я не успел. Немножко разберем. Тут написано, вот тут написано номер комнаты. Да. 911. Привязан к каждой... 611 вообще. Привязан к своей комнате. Знает точное расположение. И через ваш мобильный телефон, который вы можете ввести номер сюда, сообщит вам все необходимое о вашей комнате, о том, кто здесь желательные и нежелательные гости, и вообще, что происходит в мире и вообще. Так, ну вот, дорогие друзья, вы видите, да, можно регулировать свет в помещении, выключить. Угу. Ай, выключить. Ага, выключил. Home. Так. Выключить, регулировать яркость или полностью, или регулировать яркость. Так, начинаем разбирать. Итак, первая функция. Что? Home. Home тут, ну вы сами видите, да, необходимая информация о вашей комнате. Тут вся необходимая информация, значит, Дубай, температура, влажность и все остальные необходимые сведения. Home, ну, понятно, home он и в Дубае home. Так, дальше. Дальше. Quest. Так, что у нас в директории? Ну, так я понимаю, здесь... гостевая директория. Заказ еды. Не, какая заказ еды? Заказ еды – это отдельно. Есть, значит, здесь... Что у нас? Квест-сервис. Так. Recreation floor. Можно не бэкать. Consergation. Dining room service. Да, я лучше покажу. Так. И необходимое сведение для необходимое сведение при различного рода аварийных ситуациях. Ресепшн, консьерж, да. Так, дальше у нас что? Квест сервис. Так. Тебе клешни не попадают. Так. Eat and drink, дорогие друзья. Самое интересное. Ну, здесь понятно, да, еда и напитки. Еще, дорогие друзья, значит, как Андрюша предвосхитил события, сказал, что здесь есть функция «умный дом». Значит, самое главное, пользуясь этим планшетом и заказывая различные услуги и получая различную информацию, не
помахнуться, не нажать не ту кнопку. И для, а для этого нужно как минимум разбираться во всяких таких вот девайсах. Так, в таких вот устройствах современных. Дальше, нужно хорошо знать язык, поскольку еще гид-переводчик здесь не введен в программу, поэтому только на английском языке, по-моему. Так, ну, по крайней мере, на русском языке мы не нашли. Поэтому нужно очень хорошо знать язык. А можно, кроме еды, напитков, еще кого-то заказать? Можно, все надо заказать. Все, что ваше жили душе заблагорассудится. Так, значит, можно... Не сбивай меня с мысли. Значит, главное, знать язык, уметь пользоваться и, по крайней мере, быть не глупее, чем умный дом. Иначе вы можете такого наворотить. Ну вот, например, eat and drink, да? Итак, вы что-нибудь тут понажимали. И через 5 минут раздается звонок в дверь, вы открываете, и о, радость или ужас. Перед вами 10 тележек, наполненных едой, 10 официантов, и ящик элитного пойла стоимостью там 10-50 штук баксов. Ну и что делать в такой ситуации? Заказ уже сделан. Длинноногая медсестра в наряде, ты вот, длинноногая блондинка в наряде медсестры. Да, ну и что делать в такой ситуации? Нефиг нажимать на все подряд. Если не разбираешься. Вот так. Чтобы не попадать в такие ситуации, лучше быть поосторожней. Дальше, дорогие друзья. TV Remote. Так. Ну, здесь немерено этих программ. Каналов. Программ. Так, CNN. Отдельно разделено все по темам. Да, темы, что у нас тут? News, weather, новости, погода, full station, так, это entertainment, movies, music, kites, sport. Ну, в принципе, на все вы можете выбрать функцию специально, те, на каких каналах идет передача, допустим, про спорт. И смотрите, не перебирая все каналы. Посмотрели про спорт, посмотрели про погоду, посмотрели все, что вас интересует. Ну вот, допустим, что там у нас. Вот я нажимаю CNN. А, CNN у нас уже есть. Ну вот, допустим, о, так, Smart TV. Ага. Десятый я нажал. Ты не нажал, кстати. Нажми. Ага. Выбивает. Еще надо уметь пользоваться, да, друзья. Рукой перекрываешь. Это о чем я вас... Да он 101 выбивает. А-а-а. Нажми нормально. Один раз не... О, ага. Десятый, видите? Так, сейчас должна быть российская... Разруха. Россия в разрухе. Ну, все понятно. Это не Россия. Да, Россия, как включение России, так разруха. Так, ну, все так, понятно, планета. Хорошо. Планета. О, 40 градусов где-то. Девятая. О, планета РТЛ. Ну и так далее. Тут каналов, я же говорю, тут немерено, поэтому... Выбирайте все, что вам угодно. Дальше что? Спа-салон, дорогие друзья, салон. Спа-салон. Понятно, да? Опять же, куча всяких процедур. Ну, самое современное, самое технологичное здесь. И спа-салон, и отдельно... Массаж. Массаж, да. Груминг, вот так. Груминг. Средняя продолжительность человека Найлз. Примерно 70 лет. Но почему же некоторые люди живут гораздо дольше? Ага. Волосы эти, ресницы, брови, короче. Все это. Ну и сюда же входит, наверное, как это, где качаются, господи. Спортзал там, да. Спортзал. Жим называется. Нет, как называется это? Жим. Нет, фитнес-клуб. Сюда же, наверное, входит и фитнес-клуб. Поэтому можно... А, тоже лежа можно. Заранее отсюда, да, заказать время, именно какой вам нужен массаж и все остальное.
Дальше что у нас? Дубай. Квин. Ну, здесь информация, я так понимаю, о стране, городе. Перпендикулярно надо нажимать. Ага, ну я же сбоку, для того, чтобы вам лучше было видно. Информация о стране, городе, маршруты всяких интересных путешествий и так далее. Дальше МО. Что у нас тут? Нажми, я не бачу. Ага, здесь всякие значит, социальные сети и этот наш отель, который 90 лет генетика имеет, не самая, имеет свои страницы в разных социальных сетях. Общую нажми. Ну, в общем, тут надо разбираться. Для браузер можно заходить. Это довольно сложно. Так. И что-то там еще... В конце. Ну, то есть можно в интернет заходить спокойно. Да, то есть в интернет можно что-то там закачивать и так далее. Ну, в принципе, дорогие друзья, вы общую информацию получили. Так. Ну, не можно в кровати, можно управлять половиной мира. И получать все, что половиной мира. Всю информацию, которая вам необходима. И... Решили все-таки не рисковать. Так управлять всеми функциями, которые имеются в этом номере. Так что, дорогие друзья, значит, приезжайте, пользуйтесь в полной мере достижениями науки и техники 21 века. Ну, на этом буду заканчивать. Общий план номера и общий ролик мы снимем отдельно. Так, а это... А ты что, какую-то кнопку уже нажал, что ли, я не понял? Оно состоит из двух частей. Пиво, водичка, чипсы, деньги. Магерини. Все, номер, все в номер, все в постель. Сейчас я закажу кофе, дорогие друзья. И что там еще? Ну, коньячку здесь. 20 грамм. Что такое? Так, ага, мы же еще вам не показали. Так, что-то я тут нажал, не нажал. Продемонстрировать его возможности. Так, ну вот я нажимаю какую-то кнопочку, пуск. Ой, вот видите, дорогие друзья, я вас предупреждал. Не нажимать все подряд. Не понял. Ты что, душ заказал? Да, в постель. 10 лет назад, в ночь на 8 августа 2008-го, в Тбилиси начал боевые действия. Вот так, дорогие друзья. Туалет заказал, что ли? В постель. А там и туалет? Туалет, душ и умывальник в постель. А почему там на унитазе ни у кого нет? И под душом нет блондинки с голубыми глазами. И блондинка еще кушает, подожди. И с ногами от ушей. В чем дело? Почему? Блондинка стоит за дверью, чтобы не мешало снимать. Ясно. Спряталась? А то она сейчас это, начнет позировать и забьет нам весь ролик. Скромно попалась. Ясно, дорогие друзья. Будем заканчивать. Thank you.